Окончание школы – ответственный и важный момент в жизни человека. Ребенок уходит из детства и начинает жить в мире взрослых. Ваша дочка, конечно, всегда будет для вас малышкой, но выбирая ей подарок на последний звонок, не покупайте игрушки. Вчерашняя школьница должна получить не только красивый, но и полезный подарок. Тем самым вы покажете, что признаете право дочери на выбор жизненного пути. Вещь должна соответствовать увлечениям девушки или быть практичной, чтобы облегчить жизнь будущей студентки. Учеба в вузе – это практически работа, которая требует и довольно дорогих приспособлений для успешных занятий. Универсальным и безусловно полезным подарком станет ноутбук или планшетный компьютер, которые пригодятся при подготовке заданий. Студент – это мобильный индивидуум, поэтому эти киберустройства для него лучше стационарного компьютера. Если девушка уже выбрала будущую профессию, подумайте о более узкоспециальном подарке. Для музыкантши нужны инструменты или электронные устройства. Для актрисы будут полезными диктофон, плеер, набор профессионального грима. Художнице обязательно пригодятся качественные кисти, краски и мольберт. Будущая спортсменка будет рада получить необходимый ей фирменный инвентарь или тренажер. Не все девочки собираются поступать в вузы, но зато все они мечтают о красивых ювелирных украшениях. К окончанию школы вы можете приобрести для своей любимой дочки изящную драгоценность с камнем. Минерал вставки выберите, ориентируясь на советы астрологов по знаку зодиака. Девушке с модельной внешностью подарите возможность сделать портфолио у хорошего фотографа. Любительнице туристических троп приобретите тур в ту страну, которую она давно хотела посетить. Выбор подарка будет зависеть и от ваших материальных возможностей. Некоторые родители могут себе позволить преподнести чаду к окончанию школы ключи от квартиры или автомобиля, другие же только вкусный торт и букет цветов. Любая вещь, выбранная вами с любовью к своему ребенку, порадует бывшую школьницу.